John, are you still with us? Please respond. Yeah, I'm here, Mike. I'm doing a bit better. Very good. And now listen to me very carefully. There's a fire door in one of the adjacent rooms. It leads to a stairway, but the door will have already been locked automatically because of the fire, and we are not able to open it from here. Understood, Mike. What should I do? You'll have to switch off the power in that part of the building. Look for the main power distributor and turn off the main switch. All right, I'm on my way. Что ж, друзья, продолжаем проходить игру Firefighter Simulator. Так, у нас опять пошли воспоминания. После взрыва бомбы в аэропорту, я так понимаю, так, нам нужно найти главный распределительный щит и отключить электричество. Так, здесь явно мы не пройдем с вами. Так, идем дальше. Ну, интересно узнать, в какой комнате все это, блин, находится. Все рушится, все горит. Так. Может быть здесь. Вышли-то мы вроде из соседней комнаты, но тут этого нет. Скорее всего, дальше по коридору и... Сейчас осмотримся. Так, ну здесь явно тоже ничего не было. Здесь. Здесь закрыто. Блин. Так, может, все-таки где-то было здесь. Все очень ужасно. Так, ну вот это больше подходит под щит, выключательное вещество, но почему-то он не срабатывает. Не могу я ничего с ним сделать. Так, может, нет. Я подумал, может проползти по вентиляции и отключить. Здесь тоже ничего. Так. А вот здесь есть еще одна дверь. Так. Угу. Угу. Так. I've switched the power off and I'm headed to the fire door. Я обесточил крыло. Copy. Report to me as soon as you reach the stairs. Сообщи, когда будешь на лестнице. Так. У нас есть фонарик. Так, выходим быстрее отсюда. Так, Mike, can you hear me? Выход. I'm at the stairs now. The fire hasn't reached this part of the building yet. Прием, я на... Where am I going now? The upper floors are in flames. You'll have to find a way through one of the lower floors. All right, I'll find a way. You can do it, John. Chris and Alex are working their way through the building to you. Chris and Alex идут в свою сторону. Так, найти обход через нижние этажи. Нет, на себе тут. Тут вода, по-моему. Да, здесь, кажется, вода. Тупо, конечно, сделаны вот эти вещи, да, смотрите, они прям скачут просто по воде.
Так, давайте обходим нижние этажи. Ну что, давайте пытаться смотреть. Вообще ни хрена ничего нету. Комнаты вообще какие-то пустые. Mike, did you copy? There's a steel door Mike, in front of me that won't budge. I can't get past it. Then we'll have to find another way. It's best to go back down the hall where you came down, and then take a left at the fork. There should be an air duct at ground level in one of the rooms that'll take you out of the basement. Then I'll head back. At least it's not so hot down here. Тут как like бы жарко, не как в бане. Как-то все прилично так. Значит, возвращаемся обратно и... налево и... Так, нашел я одну комнату, короче говоря. И вот здесь есть вентиляционная шахта, которая завалена ящиками. Сейчас я откину и, скорее всего, нужно попасть в нее. Я, конечно, не уверен.
хорошо. Блин, она тоже так затоплена нормально, неплохо. К сожалению, конечно, быстрее я здесь не могу перемещаться. Так, друзья, ползем дальше, короче говоря. Я хрен его знает, куда мы доползем. Но куда-то должны приползти. Так, ладно. Блин, какие они долгие. Так, вроде куда-то я пришел. Не знаю, правильно, неправильно. Ой-ой-ой. Что-то меня сверху накрыло. Говорит, ты что, там ранен или что с тобой? Что-то меня так конкретно накрыло, по ходу дела. Так, у нас автосохранение. Эпизод «Головная боль». John, what happened? Do you copy? I'm still here, Mike. Я тут ударился головой о полку, ничего серьезного. Ну ладно, все нормально, замечательно. Now try to reach the staircase at the end of the corridor. From there, you have to go to one of the upper floors. Okay, I'll find it. Some of the upper floors are still on fire. Try to find a fire extinguisher somewhere. You're sure to need it. Understood, Mike. Так, попробовать добраться до верхних этажей, сначала найти огнетушитель на этом этаже, чтобы справиться с огнем по дороге. Так, продолжаем. Блин, шум этой воды меня уже напрягает, конечно. Да, долгая довольно-таки вот эта вот миссия, да. Так, ну и где мне найти гребный огнетушитель? Хер его знает, короче. Так, ладно, идем дальше. Так, он по-любому где-то в одной из комнат должен быть. Я точно не уверен. А вот, по-моему, это баллон с газом. А вот это вот, по-моему, точно огнетушитель. Так, теперь нам нужно добраться до верхних этажей. Так, а где... обход, где двери, где-то вот я видел дверь, по-моему, вот. Точно не уверен, да, это она. Замечательно. Так, ну огнетушитель у нас есть, и с огнем мы сможем теперь немножко справиться, хотя бы чтобы нам пройти. Так. Идем дальше. Лево-право. Я хрен его знает. Ну, лифт сейчас точно не работает, и нету смысла им пользоваться. Так, будем проходить через огонь. Да, кстати, огнетушитель у нас не вечный. Можем видеть, что он у нас тратится. Так что будем немножко экономнее. Так, здесь закрыто. Здесь. Ой-ой-ой. Здесь все задымленное. Я не знаю, правильным ли путем я иду вообще. Честно сказать. Нет, по-моему. Хотя нет, с той стороны есть... Ой, блядь. С этой стороны, да, есть дверь. Здесь можно пройти. Так.
Да что ты не тушишься? Так, отлично, проскочил. Так. Так, двери, 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 сплошные двери. Закрыто. Ой-ой-ой. Вы посмотрите, какая жесть здесь творится. Да, просто так, по-моему, не пройти. Так, вот эта дверь сюда по-любому надо идти. Так, сейчас, одну секунду. А, мы, короче говоря, обошли просто вот этот завал с правой стороны. Так, и вот наш выход. Ну, не совсем, конечно, но... Тем не менее, мы продвигаемся дальше, выше, на верхние этажи. Блядь, давай тухни. Так, по-моему, последняя дверь. Reached the office wing. How's it looking up there, John? Everything's in flames here. Can you make it over to the other side, to the interim baggage storage? I'll try to fight my way through with a fire extinguisher. Let me know when you make it across. Good luck. Так, нам нужно добраться до багажной комнаты каким-то образом. Так, и скорее всего она вот там слева. Я хрен его знает. Так, в огнетушителе пока еще пена есть, мы можем идти. Спокойно продвигаться. Так, здесь туалет, ни хрена интересного. Здесь тоже туалет, там закрыто. Все, понятно. Тогда идем назад. Тогда идем назад и вот туда, в ту дверь заходим. Ай, блин. Да чтоб тебя. Так, это какая-то серверная, скорее всего. Здесь закрыто. Ой, блин. Да, все-таки придется идти вот в эту комнату. Ой, здесь просто, ну здесь охренеть просто. Я не знаю, как здесь можно пройти или нет. Чувствую, скоро мне придет кобздец просто, и игра на этом закончится. Да, здоровья маловато уже, конечно. И где среди... А, вот тут ничего страшного. Смотрите-ка, я нашел еще один огнетушитель, так что, в принципе, мы можем сейчас вот этот доиспользовать и взять еще один. Так, самое главное найти эту гребаную дверь, где нам выйти. Если она вообще здесь есть. А вот, вот она, точно. Значит, наверное, скорее всего... В нее нам нужно будет идти. Сейчас проверим. Так, ну вроде что-то похоже на это. Так, пойдемте возьмем свежий огнетушитель. Где-то он здесь вот на этой стене висел. Так, так, так. Вот он у нас. Замечательно. Все, идем дальше. Да, вот у нас выход написано.
Так, дверей здесь больше нету. Еще одна дверь. Все, давайте ломимся, бежим. Ну да, точно, мы вышли в багажное отделение. Замечательно. Майк, ты копируешь? Yeah, John, I hear you. What's the situation? I've made it to the inner rim baggage storage, but everything's on fire. I can't get through. That can't be. Weren't the sprinklers activated? No, Mike. Doesn't look like it. John, you've got to get through there somehow. I tried to find a way to activate the sprinklers. Stay where you are. Copy. Hurry up. Думаешь, что сработают оросители? Мне кажется, навряд ли. Hang on in there. Так, ну что ж, я думаю, на этом воспоминания у него закончились. Скорее всего, да. У нас произошло автосохранение. И следующий эпизодик у нас дождем и не пахнет. Так. Слушай внимательно, оросители должны сработать, но в системе подачи воды что-то мало давления. Да, точно. There are three main valves. They need to be opened by hand. They're all located in the section of the building directly behind you. There should be a door somewhere that leads you there. Can you see it? Wait, I'll have a look around. Дай-ка поглядеть. Ну ладно, друзья, на этом серию закончу. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, друзья, на группу ВКонтакте. Следующая серия не за горами. Скоро увидимся. Всем пока.